Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новое видео. К этому видео мы готовились очень-очень-очень долго. Вы, наверное, уже видели в названии о том, что я купила гигантские денежные бомбочки у разных продавцов. Было очень сложно все их собрать в один день, в один момент, в одном месте, но я это сделала. На самом деле я все заказывала плюс-минус в один промежуток времени, то есть где-то в 3 дня я искала, оформляла заказы, но приходили они совершенно рандомно, совершенно разные промежутки, и поэтому это очень все надолго затянулось, наверное, недели на 3, может быть, даже на месяц. Но мне казалось это вечностью. Сегодня я получила одну из последних, вот эту. Ее мы ждали дольше всех. Главная фишка в том, что я купила все гигантские денежные бомбочки по одной цене, по 15 тысяч рублей за штуку. Кто помнит, кто не помнит, расскажу. У меня уже есть видео, где я заказывала гигантские денежные бомбочки у разных продавцов. 3 штуки, мне пришли только 2, и уже распаковка есть. Вот, посмотрите, тут где-то подсказка появилась. Кстати говоря, мне многие писали: не переживай, 3-я тоже придет. Но нет, ребята, продавец загасился, и до сих пор она не пришла. Я думаю, значит, не придет никогда. Так-то было бы круто, она бы появилась здесь. Но, увы и ах, ее нету. Теперь давайте буду все плюс-минус рассказывать. Честно говоря, я сама уже запуталась в этих коробках, но одно могу сказать точно. В общем, одна денежная бомбочка 100% должна быть с долларами, потому что она называлась долларовая гигантская денежная бомбочка. Где она здесь? Честно, ребят, я не могу сказать. Денис все нафиг отклеил, и я не знаю, где из них что. Кроме вот этой, потому что нам пришла последняя. Каких-то нам обещали от 3000 до 20000 рублей, в каких-то нам обещали от 5000 до 50. Здравствуйте! Хотелось бы тоже узнать, где это и как это. Так что давайте быстрее перейдем к распаковкам. Мы уже подготовили огромную ванну воды, набирали ее 1,5 часа. Если нам сейчас придется менять воду, а нам придется менять воду, это будет долго. Я предлагаю Денису, как оператору, как главному мачо-мену страны, выбрать бомбочку, которую он хочет распаковать первой. Ну, вернее, коробку, которая его привлекает сильнее всего. Давай зеленую. Зеленую? Окей, давайте. Я, кстати говоря, ни одну из них не трогала. Потому что я думаю, что они супер-пупер-мега тяжелые, все их Денис поднимал. Она тут не очень тяжелая. Итак, первая коробка. У меня есть нож, за который, надеюсь, меня YouTube там не накажет. Я хочу сначала передать вам приветики, ребята, своим самым крутым активным подписчикам, чьи комментарии здесь появились. Тык. Ребята, огромный вам привет. Я вас очень сильно всех люблю. Спасибо, что вы меня поддерживаете. Вы все самые-самые классные, самые любимые. Я просто не могу вообще, не знаю, как выразить свою любовь. Зато знаю, как вы можете выразить свою, просто поставив лайк под это видео. Ну и да, если ты хочешь попасть ко мне в видео, чтобы я тебе передала приветик, то оставляй коммент. Ну, прям сейчас. Типа, я подожду. Давайте начинать распаковку. О, спасибо за упаковку, очень приятно. Больше тут ничего нету. Давайте быстрее на нее посмотрим. Самое интересное, это как бомбочка выглядит. Ой, какая она красивая. Она сразу без упаковки, без пленки. О, офигеть, потрогай. Потрогай, она такая глянцевая. А, реально, такая мягкая. Она так пахнет прикольно. Знаете, чем? Каким-то апельсином. А в картонку, наверное. Она такая... Офигеть, ребята, смотрите, она похожа на торт, и она не круглая. Это бомбочка из Инстаграма. Сейчас посмотрим. Кстати говоря, я помню, сколько здесь денег обещали. Здесь обещали от 3 до 25 тысяч рублей. То есть максимум ты можешь типа стать богатым на 10 тысяч. А в минус ты можешь уйти на 12. Ребята, вы поставили лайки? Надеюсь, вы уже все поставили. Я сейчас первую бомбочку бросаю в воду, гигантскую денежную, которая стоила 15 тысяч. Раз, два, три. Погнали, тортик! О, какая вода розовая! Офигеть! И почему у нас тут камеры нету? Ты что за фигня, оператор? Без камеры. Офигеть, потрогайте. Блин, почему вы не можете потрогать? Тут такой гейзер идет. Офигеть, она крутая. Что это вылетело, ты видел? Какашка какая-то. Да, тоже это вылетело. Либо я давно не видела гигантских денежных бомбочек, либо она реально очень крутая, и тут такой гейзер происходит, что мне безумно-безумно нравится. Она так бурлит. А, мы будем интервью брать, это же как бы традиция. Здравствуйте, бомбочка, как ваши дела? Нормально. Удаюсь. Ладно, давайте возьмем настоящее интервью у бомбочки, слушаем. Ну,
Пишите в комментариях, что вы услышали, что вам рассказала бомбочка, потому что она уникальна, она каждому рассказывала свое, и каждый услышал то, что хотел услышать. Но у меня к ней один вопрос: она собирается вообще всплывать или нет? Они, по-моему, раньше всегда всплывали. Ребята, вы тоже это видите? Смотрите, она всплыла. Я стояла и наблюдала за всем этим процессом. Смотрю, опа, опа, а что-то всплыло. И я даже вижу, наверное, крышку контейнера, да. А что, еще не все? Это реально похоже на какую-то пироженку. Зацените, это офигенно. Очень классно выглядит. Но там еще не видно деньги, потому что, как оказалось, бомбочка просто всплыла. Но она очень красивая. Единственное, у меня вопрос. Почему в ней какой-то мусор? Вот, 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 плавает. И знаете, на что похоже? На какие-то кожурки от орехов. Ну, серьезно, что это плавает? Я видела, как это все постоянно всплывало. О, я вижу уже. Смотрите. Там уже видно купюру, которую сверху. Я вижу 2 или 3 купюру внутри свертка. Я вижу, как будто 1000, да? Она синяя. Ну, либо полтинник, но больше на 1000 похоже. Я хочу смотреть. Внутри был вот такой вот контейнер квадратный. Классно. А в контейнере бабки. А в контейнере деньги. Я вижу 50 тысяч. О май гарбл, ребята. Не густо. Так, у нас есть 1000, 2000, 3000, 200 рублей сотками и 100 рублей полтинниками. 3300 было в этой бомбочке. Ну, окей. Обещали от 3 до 25. Я получила 3300. Я вот сколько ушла в минус? 15 тысяч минус 3300. Так, 15 минус 3 это 12. На 11 700. Обидно, если честно, капец. Прям очень капец, как обидно. Прям вообще как-то плакать хочется. Ну, хорошо. Спасибо и на этом. Спасибо, что деньги вообще были. Я всегда рассуждаю так. Они могли вообще как бы над нами злую шутку сыграть или вообще не выслать бомбочку, как с нами это тоже делали. Так что 3300 у нас уже есть в кармане. Кстати, вы посчитали, какую сумму я потратила на 5-то штук? Я почти не озвучила. Ну, в принципе, так понятно. 75 тысяч. Ребята, 75 косарей за 5 гигантских денежных бомбочек. У нас есть 3300 из них. Я знаю, что Денис, видимо, выбрал самую яркую. Я буду это делать на Эники-Бенники. Эники-Бенники, ели вареники. Че, белая? Белая, да. Давайте тогда белую. Кстати, мне еще нравится, что на ней везде было написано, типа, хрупкий груз. Видите, внимание, хрупкий груз. Окей, где мой нож? Начинаем распаковку. Коробка жесткая. Божечки, кошечки. Это что? Это денежная бомбочка в деньгах? Мне нравится. Что вообще это такое? Это наши любимые дубли. Боже мой, они все чаще и чаще в нашей жизни. Тут есть 200. О, тут даже сотки есть, долларов 500. Бомбочку покажи. По-моему, ее нет. Тут одни деньги. Денежный дождь. Вот бы настоящие были. Она вообще странная. А там есть еще что-нибудь? Да, там есть очень много всего. Это 1 000 000 рублей. Да, тут явно производители постарались на славу. Уберегли, так сказать, уберегли. И она пахнет как витаминка. Это самая странная бомбочка, которую я видела. Зацени. Она тут какая-то пузатая. Здесь она какая-то косая. Там она какая-то лохматая, да? Да, где-то она там лохматая. А еще она крошится. Как она так вкусно пахнет, я не могу. Ну что, ребята, мы не будем сейчас менять воду. Она почти прозрачная, немножко розовая. Кидаем вторую бомбиту. Она очень вкусно пахнет. Я схожу с ума от ее аромата. Выглядит она зашибенская. Оцените ее, пожалуйста, в комментариях, как она вам. Я ставлю ей по внешнему виду, ну, 10 из 10. Она прикольная. И реально гигантская. Ну, а теперь кидаем. Это был мощный взрыв, смотри! Вау! Офигенно! Офигеть, я такого никогда не видела! Господи, смотрите, как красиво! А прикинь, она сейчас выливаться начнет! И посмотрите, она реально всплыла, а та не всплывала сразу. Потому что раньше мы кидали бомбочки, и они сразу такие, блин, и наверху были. И вот эта тоже всплыла. Она как шипит, да, хорошо? Офигеть, да, она так жестко шипит. И такие разводы белые с голубым идут. Смотри, вообще круто. Господи, она такая классная. У меня руки все синие теперь. Давай я вот так будем делать. Она такие волны пускает, зацени.
А еще мне нравится то, что здесь оно смешивается с водой, и там оно немножко фиолетовое. Круть! Она такая мягкая теперь стала. Вообще, ребята, она такая кайфовая. Офигенная, просто гигантская бомба. Посидим, подождем. На этот раз я была максимально терпелива и дождалась, когда все вот это вот все взорвется. Итак, у нас, оказывается, есть 3 контейнера, в котором я уже вижу 5000. Ребята, серьезно? Давайте смотреть, да. А, то есть тут у нас на один контейнер одна денежка, тут было 5. Давайте дальше, по-моему, 1000. Да, тут 1000, одна. Следующее. Ой, там, по-моему, как будто 2 купюры. Да, ребят, о-ля-ля, тут три тысячи, да, нифига мама. Себе. Итого у нас 4 плюс 5, 9 тысяч рублей. Лучший результат пока что. Все, конечно, еще впереди. Итого с этой бомбочки мы ушли в минус на 6 тысяч рублей. Это хорошо? Денис говорит, что это хорошо уже, представляете, ставим лайк. Это была офигенская бомба в плане визуализации. Она офигенная. Посмотрите, какая ванна теперь красивая, синяя. Там до сих пор шипит. Руки мои в блесках. Были нормальные деньги, 9 тысяч. Но это очень неплохо. Не скажу, что это очень хорошо, это неплохо. Классно. Two house later. Я хочу следующую коробочку выбрать. Вот эту, потому что она меня очень сильно смущает. Она выглядит максимально небезопасно для бомбочки. Так что смотрим, что внутри. Я не поняла, там 2 бомбочки или она сломалась? Я 2 не заказывала у одного продавца. Тут очень много моей любимой штуки. Пипец! Она сломалась! Сломалась, да? Да 100%! И получилось 2 бомбочки. О! Такой тяжелый кусочек. Так, это первый кусок. Кладем сюда. Такой бульк сейчас. Теперь давайте смотреть второй. Она там еще вся раскрошилась. Ну, тут, кстати, не видно нигде контейнера. Я всегда думала, что контейнеры где-то посередине лежат. Ни тут ничего нету. И на счет 3 мы их закинем. 1, 2, 3. Это было мощно. А теперь делайте ставки. Где будут деньги? В левой или в правой? И что такое прикол? Они разного цвета. Смотрите, это синяя, это оранжевая. Но цвет отдает желтый. Но они не такие шипучие, не такие классные. Почему они все-то все разные такие? Это вообще какие-то фиговые. Да, они плохо шипят. Вот какие были в предыдущий раз? Офигенные. Прям вообще шипели. Но тут зато такая феерия цвета. Похоже на такой красящий дым, знаете, который для фотосессии такой тыщ, тыщ, и так. Это какой-то трэш, ребята, посмотрите на цвет воды. Она мега зеленая, какая-то грязная, похожа на болото. В моей ванной теперь болото. И прямо сейчас на моих глазах раскрылось, так сказать, вот это чудо. Надеюсь, я все делаю правильно, из нее вода вытекает. Это долларовая бомба, ребята, это долларовая, я вижу точно доллары. Я, кстати говоря, по-моему, вам не рассказывала, какую сумму нам обещали. Нам обещали там от 30 долларов. Да, внимание, 300. $300 это порядка 27 тысяч рублей, 26, мне кажется, как-то так. А $30 это очень мало. Что мне достанется? Я вижу уже 10. Надеюсь, она не одна, потому что $10 это 750 рублей где-то. Вау. Что, это всего 10 рублей? $30? Это типа минимум, короче, положили. Да. 10 и 10. Вот 10 ровно, долларов. Да, ровно $30. Честно, я так расстроена. От 30 до 300 обещали, и я нашла всего лишь 30. То есть я нашла самый-самый минимум, пороговый. Сколько это в рублях? Короче, здесь где-нибудь будет написано, сколько это в рублях, потому что мне сейчас лень считать. Ну, и сказать, что я расстроена, вообще ничего не сказать, потому что не бомбочка, то сплошное расстройство. У нас еще впереди 2. Надеюсь, что они сделают свое дело, так что давайте, погнали. Выбирает Денис. Выбирай, какую следующую?
Серенькую. Серенькую? Это вот эту? Да. Ой, она огромная, ребята. Я боюсь представить, какая там бомбяю. Она очень тяжелая. Я сейчас ее передвигала с места на место и офигела, честно говоря. Открываем. Это самое странное, что я видела. Нифига. Офигеть, она огромная. Она целая. А почему они почти все вот здесь вот такие вот, типа, ну, какие-то нецелые? Она похожа на какую-то пилюлю, смотрите, она все потрескалась. Ну что, кидаем эту бомбу. Раз, два, три. Ожидала, честное слово. Скажите, она похожа на какую-то пилюльку. Но. Тебе тоже, да, кажется? Офигенская. И вот она круто шипит. Она прям бомбическая. Надеюсь, она без блесток. Потому что мы отмывали ванну очень и очень долго от тех самых блесток, которые были красивыми. Но потом это было очень неприятно все отмывать, наверное, минут 20. Смотрите, здесь уже такая расщелина. Это похоже на какой-то рот, который так делал. А-мам-мам-мам-мам-мам. Пакман, что ли? Пакмана, да, это похоже на Пакмана. А-мам-мам-мам. Бомбочка, я хочу взять у тебя интервью. Бомбочка, как твое ничего? Я что-то вообще ничего не поняла. Бомбочка, алло, алло, алло. Откуда ты приехала? Она говорит, из Сыктывкара. Ты уверена вообще, это далеко? Говорит, да. Вот этот поворот. Бомбочка, ты путешественница? Прикиньте, да, она путешествовала больше, чем я. Спасибо за интервью. Класс. Ой, веселуха. Будем теперь ждать, когда эта бомбяу взорвет по полной. Цвет воды максимально интересный. Никогда бы не подумала, то, что мне понравится желтый цвет воды в ванной. Но он здесь реально какой-то крутой. Я бы хотела в ней искупаться. Выглядит хорошо. Угу. Распаковываем вторую коробку. Осторожно, жидкость? Что? Какая нафиг жидкость? Вау, как красиво! Так, что там прислали? Такая вот клевая открыточка. Это что такое? Это попкоринки! Помните, они в слаймах были? Я их просто обожала. Это самая милая упаковка бомбочки. Вдруг она сейчас разобьется. Она выкатилась. Она вся в блесках. Ребята, какая классная. И она опять вот такая странная. Тут всякие блесточки. Вкусно пахнет. Кидаем. Сейчас вода вообще будет прикольная. Ребята, готовьтесь, сейчас будет мощный взрыв. Смотрите, там был контейнер с деньгами, маленький. В смысле? Офигеть, как это... Боже, господи, как это быстро. Еще, да? Да, там еще. Вот, два, три. Я вижу тут 1000 рублей. Она с блесками огромными. Ты посмотри, ты посмотри. Прикольно. А это еще нет. Тут вообще ничего не понятно. Грязь идет. Реально. Уходи, уходи, уходи. Тут красиво, господи, нет. Все, ребята, территория захвачена. Это было быстро и на самом деле очень-очень грустно. Пипец, значит, будет много вот таких вот контейнеров. Ну, прикольно, давайте посмотрим, сколько их будет. Я делаю ставку на 7 штук. А ты? Я думаю, на 5. Ну, тут уже 4. Ну, еще одна, все. А бомбочка там еще большая. Не, 5 штук. Так, ребята, тут практически все готово. Остается лишь только вот эта часть, но нас она пока что не интересует. Давайте смотреть, что было в большой бомбяу. Там было два вот таких контейнера, которые теперь уже все в блесточках. Первый. Что тут так-то, да, не густо. Итак, у нас есть 3 полтинника, 4 полтинника. И 2 500-ки. Что, простите, это 1200. Но ничего, у нас тут есть еще контейнер. Там я уже 1000 вижу, это хорошо.
И что же здесь? Так, 500. Так, есть 2000, 2500. Раз, два, три, четыре. То есть 2900 здесь было, а тут 1200. 2900 плюс 1200. 3900, 400. Молодец. Ура! Что-то мало вообще. Так, не густо. В этой бомбочке минус у нас составляет 10900. Супер. Ну и теперь давайте собирать плоды. С последней, пятой бомбы. Открываем первый. Так, тут 1000. Хорошее начало дня. Еще 1000. Классно. Надеюсь, 5. Конечно, Маша, надеюсь. Тут 100 рублей. Еще, походу, сотка. Кстати, они почему-то мокрые. Или мне уже кажется, что они мокрые, потому что у меня руки мокрые. 1000 еще. У нас есть 3. 500 рублей. Вот еще есть. Ох, ё-моё. Она прям с куской бомбы. Вода просто ледяная. Обжигает руки. Тут была соточка. У нас еще раз, два, три капсулы. 100 рублей. 100 рублей. Еще, ребята, 100. Последняя капсула. Братан, на тебя все надежды, но надежды уже нету. Я считаю, это позорище какое-то. Тут тоже 100 рублей. И в последней гигантской бомбочке у нас было следующее. Много соток. Раз, два, три, четыре, пять, а именно 6 соток. 3000, 1500. То есть тоже что ли 400. Что за заколдованная сумма? Тут тоже 400. Теперь давайте считать общую сумму и узнаем, сколько же мы получили, потратив 75 тысяч рублей. Погнали. Итак, вы пришли ко мне в кабинет. Добро пожаловать. Позорище века. Начинаем с полтинника. Всего мы выручили 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 полтинников. Или 300 рублей. 300 плюс сотки. 12 соток. 1200. 500-ки. 4 или 2000. Дальше. 1, 2. 12 тысяч рублей. 1/5. Что-то как-то все очень плохо. И 30 долларов. Привет, Сири. 30 долларов в рублях. 30 долларов США. Это 2245 рублей 68 копеек. Мне кажется, это не со мной. Мне кажется, это сон. Мы смогли найти всего лишь 22 745 рублей. Минус 75 тысяч. Это цифра страшная. Это самый большой минус, который был. Да, это вообще жизнь, конечно. Ребята, мы в минусе на 52 тысячи. Я не верю вообще своим глазам. Ну вот они, все деньги, которые были в этих 5 денежных бомбочках. Гигантских, гигантских. И только в одной было плюс-минус хорошо, около 10 тысяч. А во всех остальных просто копейки. 52 тысячи улетели просто. Лол. И на этой прекрасной ноте я хочу завершить это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю. Поддержите меня, пожалуйста, лайком. И всем пока.